праздник, которому причастны не только работающие здесь, но и те, кто обращается сюда за помощью. И для врача самая высокая награда – это слова благодарности и признательности от нас, ваших пациентов. Цветы, теплые слова, яркие номера от коллег и пациентов. Так начался концерт, посвященный Дню медицинского работника. Я вас поздравляю всех, дорогие мои коллеги, дорогие мои друзья. Вот это будет верно сказано, потому что я с вами начинала работать еще простым врачом, и мы все бок о бок спасали всех. На сегодня в сфере здравоохранения Алмазного края трудится почти 1000 специалистов. При этом за год в поликлинике района обращается более 50 тысяч жителей. На встрече приглашенные гости поздравили работников здравоохранения с профессиональным праздником и 60-летием Центральной районной больницы. Дорогие друзья, уважаемые ветераны здравоохранения Мирнинского района, здесь в этом зале очень много людей, кто не один десяток лет отдал становлению, развитию нашей Мирнинской районной больницы, всего здравоохранения нашего Мирнинского района. Я хочу сегодня поздравить вас с этой знаменательной датой. Действительно, очень много делается вами лично для того, чтобы наши детки, наше взрослое поколение, пожилые люди особенно, берегли свое здоровье, и вы им в этом очень оказываете большую услугу. За заслуги в области здравоохранения вручили благодарственные письма, грамоты и награды как медикам со стажем, так и начинающим специалистам. Профессионального роста, удачи, успехов, семейного счастья и долголетия. С праздником вас, с юбилеем! Много поздравлений и пожеланий было сказано в этот замечательный день. Но для медицинских работников остается главным желанием сохранить здоровье людям. Злата Курбанова, Илья Засухин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».